Привет, друзья! Сегодня офигенная штука, потому что нужно иногда еще и отдыхать, а не только работать. И, как все мастера, нужно иметь что-то такое, чтобы удивить окружающих. И здесь перед нами микрофон для караоке Bluetooth, необычный. Он может записывать селфи. То есть, как вы тут все пишете. FM-радио можно на нем слушать. По Bluetooth, естественно, коннектиться. Петь песенки и тому подобное. Давайте его... О, ну блин, ну красавчик, красавчик. В комплекте у нас еще идет микро-USB для зарядки. Потому что он имеет у нас встроенный аккумулятор. Я так понял, это тут аккумулятор. Вот. 18650, барыжная. Мы ее сейчас с вами заменим на что-то более приличное. Так, мне уже не нравится. Он у нас имеет потертости. Потертости, может, видите. Как-то не продуманно они это все сделали. Ладно, давайте включим, посмотрим, что этот малыш умеет. Как часто вижу я сон, мой удивительный сон, который осень нам приносит вальс постов. Вот и эхо можно настроить, а можно эхо убрать. Офигеть. Можно тише сделать музычку, и тогда микрофон будет громче. Надеюсь, меня за эту песню не заблокируют. Собственно, лучше отключить. Итак, это у нас получается как ремикс. Такой, как студийное эхо, не настроенное. Это вот, вот сюда. Ну, а без эха... Оно, ну, чуть-чуть надо, чтобы было. Ну, в принципе, под музыку нормально. Кнопка включения у нас. Собственно, рек. Мы можем с вами записывать все на флешку или на микро-SD-карточку. Собственно, с этого же мы можем и воспроизводить музыку. По умолчанию у нас включается сразу Bluetooth. Next Previous можно переключать песни. То есть Next... Включили и вот погнала играть ВКонтакте Розенбаума. Это у нас в черном тюльпане. Но я обожаю Розика, обожаю под ним петь. Пою я плохо. Но с этой штукой реально можно выехать куда-нибудь на природу. Интересно попеть, интересно провести время. Я сразу выкинул... галимую батарейку, потому что заявлено у этой батарейки 4 часа работы. Я поставил проверенную Sony батарейку на 3000 мАч. Да, напомню, старая батарейка была всего 800 мАч. Можете представить, насколько возрастет время игры. Собственно, микрофон я покупал, повторюсь, за свои. Это мне не заслали. И ни денег, ничего не заслали. Значит, динамик здесь по отзеркаливанию, так от света, здесь один. Ну, в принципе, это больше и не надо. Динамик у нас 5-ваттный. Что бы ни говорили. Получается, я прочел из отзывов людей. Собственно, сам производитель заявляет, что динамик у него 8-ваттный, но нет, 5 ватт. Люди уже делали свои замеры. Я думаю, бессмысленно делать свои же замеры, потому что люди уже констатировали факт. Батареечки удобно, что меняются. 18650. Очень удобно. В ручке взял с собой несколько батареек, и точно вечер удастся. Собственно, офигенная штука. Я его купил для мамы в основном, потому что мама ходит со своими друзьями на природу, часто отдыхают, и, собственно, любят все компании попеть. Поэтому
Поэтому как-то так. Мне не понравилось единственное, что изначально пластик поцарапанный, но и хрен с ним. Цена более чем приличная, цена более чем хорошая. Меняете в нем батареечку или просто держите еще одну-две про запас. И думаю, ночная вечеринка у вас удастся и будет. Вы будете на расхват. В общем, такие вот дела, народ. Ссылочка на это счастье будет в описании. А я прощаюсь с вами. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем пока, добра, любви.